Причем здесь русское имя Дмитрий и испанские политики? Вчера один знакомый испанец рассказал мне об интересном выражении. Это как шутка, но которая уже стала устойчивым выражением по отношению к политикам. Сегодня об этом поговорим. Если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Что значит это выражение? Это игра слов. Димитир – это испанский глагол, который обозначает уходить в отставку, отказаться от своего поста. Но когда политики в Испании, например, они где-то погрязли в скандале, народ высказывает свое недовольство их работой, при этом они не уходят со своего поста, а остаются при власти, им в комментариях пишут о том, что они, наверное, забыли значение слова «уходить в отставку» и путают его с русским именем Дмитрий. В социальных сетях, в частности в Twitter, вы можете встретить такие комментарии. En España, dimitir es un nombre ruso. Los políticos españoles piensan que dimitir es un nombre ruso. Теперь вы знаете, что же значит такое необычное выражение. Если у вас есть друг с именем Дмитрий, обязательно поделитесь этим видео с ним. Возможно, ему будет интересно. Также, если вы знаете другие испанские выражения, которые связаны с русским языком, поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях. Давайте пообщаемся на эту тему. Не забудьте подписаться на мой канал и, как всегда, ставим лайк или дизлайк. Это очень помогает понимать мне, какие темы интересны для вас, а какие лучше забыть.